Please tell me that I can't, that I won't, that I fail, that I'll never make it out, yeah. Hey, всем привет и приветствую вас на канале Денчо из Оцента. Если ты еще не подписан на мой канал, подписывайся. Тебе несложно, мне приятно. И все будут только в плюсе. Запомни, что добро всегда возвращается. Сегодня мы посмотрим трейлер такой фантастики, ужасу, который выйдет 12 января 2023 года. Называется он M3GAN. Ну, Меган по-нашему, да. Это будет про чудо искусственного интеллекта, это будет реалистичная кукла, это будет подруга вашему ребенку, это будет друг вашему ребенку, это лучший союзник родителей, она будет слушать, смотреть, учиться, учить, становиться другом, учителем, да, товарищем по играм, ну и защитником для вашего ребенка. Но вы же знаете, что искусственный интеллект обычно во что превращается в фильмах, да, и поэтому в этом фильме это будет то же самое. И все эти будут проблемы, которые она будет решать с помощью куклы, захочет решить с помощью куклы, у этого будут невообразимые последствия. Поэтому, кто смотрит, приятного просмотра, кто кушает, приятного аппетита, а мы поехали. Кэдди, твои родители погибли. Добро пожаловать. Ты моя племянница, и я сделаю все, чтобы это место стало для тебя домом. Я просто хочу снова увидеть их. Я не уверена, что справлюсь. Я даже о цветах не забочусь. Я работаю над одним проектом. Хочешь посмотреть? Да. А, да? Черный телефон. С самого детства я мечтала об идеальной игрушке, с которой неплохие фильмы, скажем так, чувствовали себя одиноко. Это Меган. Привет, Меган. Я Кэдди. Приятно познакомиться, Кэдди. Хочешь поиграть? Хочу. Стремная кукла, малек. Меган, твоя задача — защищать Кэдди от физического и эмоционального вреда. Это кукла? Модель 3, андроид. Меган сокращенно. Не могу поверить, что ты создала ее. Она супер. Молодчина. Она стала членом нашей семьи. У них появляется эмоциональная связь, от которой будет сложно отказаться. Но она снова выглядит счастливой. Доедай, Кэдди. Согласно исследованиям, если заставлять детей есть овощи, они будут реже потреблять их во взрослом возрасте. Неужели? Да, согласно исследованиям... Запоминай. Ну, все, хватит. Разговор еще не окончен. Она говорит, пусть скажет что-нибудь. Хватит! Нет! Меган! Лучше беги. Нормально. Меган, ты толкнула Брэндона под машину? Я никому не позволю навредить тебе. Меган, отключись. Перекалибровка ответных реакций. Меган! Зачем ты это делаешь? Странно. Не волнуйся, Кэдди. Я никому не дам тебе навредить. Никогда. Вау. Реально вау. Я думал, что фильм будет похуже, но... Смотрите, кукла как танцует. Странно, правда, танцует, но танцует. Да, гвоздями руки простреливает, уши отрывает. Не, мне кажется, будет что-то интересное. Вот это нам фильмы вот такие показывают, что может быть в нашем мире, если мы начнем везде вводить искусственный интеллект. Но, с другой стороны, может быть, этот искусственный интеллект и нужен везде. Я не уверен, конечно, что он вот так вот будет восставать, да, против людей. Но я думаю, что это намного-намного, как сказать, намного сделало бы легче нашу жизнь человеческую, да. Потому что уже много чего мы делаем с помощью компьютера, какого-то интеллекта, да. Обрезаем, делаем там те же самые видосы, все это все делается с помощью... В принципе, искусственного интеллекта, да, ну ты помогаешь, конечно, но есть программы, которые сами это делают. И, в принципе, я думаю, это облегчило бы реально нам жизнь, но этот фильм я
Реально хочу посмотреть, мне понравился. Будем ждать 12 января 2023 года. Это будет что-то интересное, мне кажется. Поэтому, да, если ты еще не подписан, подписывайся. Я с удовольствием почитаю твои комментарии по поводу этого фильма. Да и вообще почитаю с удовольствием ваши комментарии. Ну и, конечно же, до будущих встреч.